Друзья, прямо сейчас на канале 3+ в Эстонии и в Латвии самая интересная, модная, познавательная и развлекательная программа «Стиль жизни». И я, Анатолий Эйн. В самом разгаре новый телевизионный сезон. А это означает, что мы продолжаем покорять модные горизонты. И в сегодняшнем выпуске отправляемся в Латвию, где на сегодняшний день проходит 32-й модный сезон «Рига Fashion Week». Латвийские дизайнеры и бренды покажут свои новые коллекции «Пред-а-порте». Проникнем за кулисы. Модные ценные советы от дизайнеров нас ждут. Ну и, конечно, отличное настроение и мир музыки. Начинаем прямо сейчас. Рядом со мной главный организатор, президент Балтийской Федерации моды. О, прекрасная Елена Страхова. Привет, здравствуй. Да, привет. Ну что, расстояние нам не помеха. Мы приехали из Эстонии для того, чтобы узнать о том, какая она, Рига Fashion Week. Ну, конечно, во-первых, необычная. И в этот раз у нас фокус на латвийских дизайнеров. У нас участвуют только латвийские дизайнеры офлайн. И зарубежные дизайнеры у нас участвуют только онлайн. Как сейчас можно говорить, гибридное мероприятие. Можно смотреть в программе «Стиль жизни», быть гостем здесь на Riga Fashion Week, но и также следить за модной индустрией онлайн. А какие дизайнеры в этот раз из Латвии принимают участие? Новые открытия и уже легенды шоу-бизнеса. У нас 16 показов латвийских дизайнеров. Наши мэтры, конечно, моды – это Катя Шихурина и Наталья Янсены, и Нола. Ведущий состав, как всегда, у нас на подиуме. Даже если из Эстонии, из других стран дизайнеры не приехали сами на место, но могут все-таки участвовать на Riga Fashion Week. Как это удалось? Да, у нас составляющая часть проекта в этот раз – это United Fashion, где участвуют в разных activity разные дизайнеры. Это и выставка дизайнеров, где 4 дизайнера, в том числе из Эстонии, Танил Венре. У нас 32-я уже неделя моды, 32-й сезон, то есть это уже за плечами достаточно большой опыт. И второй раз проходит в культурном центре Ханзас Перронс. Посмотрите, у нас практически перрон в нашем распоряжении. В этот раз подиум более 50 метров. Милости просим на наш подиум. Легендарные пожелания и напутствия для телезрителей Эстонии и Латвии. Будьте здоровы. Сейчас такое время, это самое главное. Будьте здоровы, все остальное приложится. Ну а для того, чтобы наши мечты сбывались, мы точно споем. Какая песня? Могу предположить, что наверняка это «Интерс Бусулис». Да. И поем. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Ну что, пожелаем нашим телезрителям, чтобы вы сидели не только у окна, но и экранов ваших телевизоров и компьютеров и наслаждались Riga Fashion Week 2020 и программой «Стиль жизни». Ура! Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом пакетами увешен, без тебя теперь и не прожить дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого пакета смотришь на меня. Мы находимся в бэкстейдж Riga Fashion Week в самом разгаре. Ну а рядом со мной знаменитый латвийский дизайнер Наталья Янсоне. Здравствуйте. Здравствуйте, соседняя Эстония. Смотрят нас не только в Эстонии, но и также в Латвии на 3+. Хочется поговорить о 32-й Riga Fashion Week. Какая она для вас на сегодняшний день? Просто замечательное счастье, что она случилась. Какие они главные?
главные модные правила нового сезона? Очень много, естественно, вошло спорта в нашу жизнь. Больше трикотажных тканей, больше уютных, удобных. Мы должны чувствовать себя прекрасно, одев что-то, нечто очень приятное и очень комфортное. Нужно расслабиться, получить удовольствие, быть счастливым и пытаться жить, но не выживать. Одежда – это тоже часть вас, это часть ваших мыслей, поэтому это всегда фонит от вас тем, что вы есть. Модная индустрия, и только звезды меня окружают. О, прекрасная Алина Келлер. Привет, здравствуй. Привет, дорогой. Не целуемся. Ой, не целуемся, не обнимаемся, а говорим о модной индустрии. Какая она? Рига Fashion Week на сегодняшний день. На мой взгляд, она очень необычная. Атмосфера такая интересная, уникальная. Но мне нравится. Ты можешь реально насладиться самой коллекцией. Тебе никто не мешает. Ты выходишь, ты можешь подумать, а не толкаться. Ты можешь подумать о коллекции, о том, что тебе понравилось. Ну, а я думаю, нашим телезрителям стоит уже в следующем году запланировать приехать на Балтийский берег. Наверное, в Юрмалу, где проходит наш любимый фестиваль. Рандеву! С Алиной Келлер мы приглашаем на рандеву уже на будущий год. И для этого мы с тобой споем. Поехали! Рандеву, сколько лет, сколько зим. Рандеву, мы еще повторим. Рандеву, сколько лет, сколько зим. Рандеву, мы еще повторим. Рандеву, заново проживу. Рандеву. Вероятно, сочные и яркие показы здесь на Riga Fashion Week, один из которых от знаменитого латвийского бренда и дизайнера Селина Кер. Рядом со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь сразу хочу сказать, что мы так любим яркие краски нашей жизни. Откуда пришла инспирация создать такую невероятную коллекцию весна лето 21? Я просто начала протестовать от этой серости, домашности, и мне захотелось праздника весны лета. Я не хочу грустить и тосковать. Я хочу, чтобы все радовались, веселились, и был позитив и цвета в нашей жизни. Чтобы инспирации и вдохновения было еще больше, ваши модные напутствия и пожелания для стран Балтии. Чтобы наш день стал ярким и неповторимым. Я от себя добавлю, пускай не только ваш день, а также утро, вечер и ночь всегда будут яркими. А для этого нам помогают интересные дизайнеры на Riga Fashion Week. Riga Fashion Week, и я в окружении прекрасных дам. Ольга и Любовь, девушки, привет! Привет! Ну что, у нас отличное настроение. Какая она, Riga Fashion Week в этом году? Драйвовая, горячая. Эпатажная, судя по последним событиям. Последние события – это дизайнеры и бренды, которые показывают свои новые коллекции. Кто уже запомнился и понравился, и кого хочется увидеть. Мне запомнился пока Селина Кир. Бантики, розочки, цветочки, как мы девочки любим. Но на самом деле девочки любят бантики, а мужчины любят прекрасное окружение. Ну а для того, чтобы у нас было действительно драйвовое и модное настроение, споем легендарную песню «Лаймы». Запеваем. Мэри. Где цветы, там и розы. Мэри. Где стихи, там и проза. Мэри. Где стихи, там и проза. Мэри. Где шипы, там и розы. Рядом со мной известный, уже легендарный латвийский дизайнер Катя. Катя Лондон, привет, здравствуй. Привет, рада видеть. Сейчас поговорим о том, какая Riga Fashion Week. Она, мне кажется, прекрасная, потому что она случилась, и это нас очень радует. Люди соскучились по красоте. Это очень важная миссия именно сегодня, как-то это все стараться продолжать и нести людям позитив. Что присутствует в новой коллекции
от Катя, Катя Лондон. Наверняка модные направления, элементы классики. Первая часть мы видим более классические фасоны и силуэты, стилизованные в таком очень романтичном стиле. Вторая часть, мы ее называем такие бунтарки-аристократки. Это такое больше настроение какого-то замка, слегка обшарпанного, но не слишком правильного. И третья часть – это модный тренд в свадебной теме – это бохо. А если мы говорим о главных трех трендах сезона, что точно включить в свой гардероб? Пригодится что-то очень уютное, мягкое и такое согревающее. Ну, а самое согревающее для меня – это стильные пожелания для стран Балтии прямо сейчас от Кати, Кати Лондон. Желаю вам позитивного настроения, я желаю вам улыбаться, и я желаю вам находиться среди своих любимых людей и ценить момент. Чем больше модных тенденций, тем лучше. На сегодня это еще не все, что мы хотели показать нашим телезрителям в странах Балтии. Давайте прервемся на небольшую, но как всегда, стильную паузу. После этого Riga Fashion Week продолжится. Так что оставайтесь с нами и не переключайте 3+. Программа «Стиль жизни» вместе с вами и с нашими любимыми телезрителями в Эстонии и в Латвии мы продолжаем следить за последними модными тенденциями во время Рижской недели моды. Но прямо сейчас волшебная сила телевидения перенесла нас в самое сердце города Таллина, и это великолепный бутик эстонского дизайнера Дианы Арно. Ну а рядом со мной представитель, но а также бренд-менеджер прекрасная Кристина Вирт. Привет! Здравствуй, Толик. Последняя сессия Riga Fashion Week действительно необычная, ведь только латвийские дизайнеры принимают участие на великолепном подиуме в самом сердце Риги. Но я знаю, что как эстонские, так и другие дизайнеры и бренды все-таки смогли принять участие. Но не офлайн, а онлайн, ведь во время Riga Fashion Week проходит проект United Fashion. Что это такое? Да, United Fashion – это такой очень интересный проект, который помогает дизайнерам, много интересной информации передавая от экспертов моды с разных уголков мира. Стоит также обратить внимание, что проект United Fashion делится на абсолютно разные направления. В первую очередь это выставка и презентация коллекций прямо во время Riga Fashion Week, но а также воркшоп и различные вебинары, на которых встречаются дизайнеры, общаются между собой и получают бесценные советы. Ну а самое главное – это конкурс, в котором бренд Диана Арно принимал участие. Да, ты прав. Именно благодаря этому конкурсу нам посчастливилось пробраться в Ригу, в виртуальном пространстве, так сказать. Мы были одними из немногих дизайнеров, кого выбрали, чтобы получить опыт в рамках проекта United Fashion и получить какие-то советы, как сделать так, чтобы мы были еще более успешны и вышли на мировую арену. Сразу стоит отметить, что вы вошли в тройку финалистов. Ну а для того, чтобы принять участие, что для этого нужно было сделать? Я знаю, что это великолепная видеопрезентация в формате 3D. Да, в нашем случае мы решили удивить публику и удивить комиссию. 3D-одежда – это такой уникальный способ сделать виртуальную примерку понравившегося лука, причем не обязательно реального, возможно, и виртуального лука, которого вообще не существует в реальности, и примерить на себя какой-то новый образ. Поэтому 3D-одежда, она нас всех спасет от перепроизводства, потому что можно быть красивыми на фотографиях, в социальных сетях, без того, чтобы заказывать реальные вещи и просто ради одной фотографии наряжаться, а также примерять на себя новые образы, которые в дальнейшем можно приобрести. Прямо сейчас я и наши телезрители могут наслаждаться последними новинками уже новой коллекции «Весна-лето» от этого прекрасного бренда. Совершенно верно, ведь не зря говорят: готовь сани с лета, а летнее платье зимой. Мы начнем
начнем показывать свою весенне-летнюю коллекцию. В этот раз наш дизайнер поддалась детским приятным воспоминаниям. Коллекция очень несет такую приятную ностальгию. Это нежные, я бы даже сказала, десертные тона, которые вдохновлены чайной вечеринкой, элегантной, конечно же, в образе и духе Дианы Арно. В принципе, все, что нужно, чтобы подсластить душу после суровой зимы. Ну а на десерт хочется увидеть и не только новую коллекцию, но а также услышать модные пожелания для зрителей стран Балтии. Всем счастья, крепкого здоровья и, конечно же, любви. Ну а также последних новинок из мира модной индустрии. Все возможно вместе с нами. Обожаю Рига Fashion Week. Только самые красивые, модные и стильные собираются здесь, в центре города. Итак, проходит очередная Рига Fashion Week, ну а рядом со мной светская дива Жанна Дубска. Здравствуйте, привет! Здравствуйте, молодой человек! Ох, тенденции огромное количество, это правда. Ну какие взять с собой в следующий сезон? Основные три, на ваш взгляд. Главные тенденции, что наша жизнь игра. Помнить, что игра должна играться без правил или по правилам, это уж как вы хотите, очень важно. Если у вас нету чувства юмора, то играть вам будет очень-очень грустно. Поэтому это то, что мы берем с собой. Юмор. Юмор, 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 юмор. Кстати, там и питаемся. Жанна, вы как эксперт модной индустрии точно нам скажете, какая на Рига Fashion Week на сегодняшний день здесь? Ну вот она какая, как я. Яркая, практичная, немножечко сумасшедшая, как Жанна Дубска, по-моему. Пожелания для Эстонии и Латвии. Какие они? Для Эстонии и Латвии, дорогие мои, берегите себя. Берегите себя для моды, берегите себя для будущего. И любите друг друга. Давайте дружить. Какая песня у вас ассоциируется с сегодняшним модным праздником жизни? Я много песен не знаю, но вот Интер Сабутузелиса я знаю. Он сексапильный, да, я его тоже учу. Слова забыла. Ну, поем, танцуем и наслаждаемся Рига Fashion Week прямо сейчас. Небо, небо, небо унесла воду и вынесла слезами. Мы находимся за кулисами Рига Fashion Week. Здесь самое интересное общение с дизайнерами. Рядом со мной знаменитый латвийский дизайнер Ивита Вецмане. Здравствуйте! Здравствуйте! Что увидят зрители программы «Стиль жизни» и гости Рига Fashion Week? Какая она, ваша новая коллекция? Но новая коллекция, все об очень строгой и сильной женщине. И коллекция называется «Меланхолия номер 4», и сама коллекция «The Gentleman». И эта коллекция об этом, о очень сильной женщине, которая становится все сильнее и сильнее в нашем обществе и во всей этой мире. Ваши пожелания, модные пожелания для телезрителей стран Эстонии и Латвии? Для женщин могу сказать, будьте красивыми и модными, потому что это всегда будет модно и трендно. Общение с гостями на Рига Fashion Week. Знаменитый блогер. Рядом с нами красавица светская. Лиза, привет, здравствуй. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Вот сегодня решила вас порадовать классным образом. Ну, как говорится, нужно действительно защищать себя и предохраняться. И по вам точно видно, что вы подготовились к этой рижской неделе моды. Рига Fashion Week. 16 дизайнеров привезли свои новые коллекции. Да. Вот кто тебе особенно нравится? Кого ты хочешь увидеть? Кого ждешь? Я сегодня очень жду Волга Винтаж, потому что это очень свежо, это очень молодежно. Я люблю всех дизайнеров, которые у нас
представляют свои коллекции, но я реально фанат, мне очень нравится. Я люблю вот когда ретро, когда открыто, когда немножко с историей. А вот Волга Винтаж — это именно об истории, о том, что было когда-то модно и как оно стало актуальным даже в наше время. Ну, в наше время также актуальны твои модные пожелания для Эстонии и Латвии. Эстония, я вас обожаю. Латвия, конечно, я вас обожаю. Я хочу, чтобы вы, во-первых, себя защищали. Если вам нужна маска, я обязательно поделюсь. Вот через вашего прекрасного ведущего даже передам. Всего вам самого классного. Оставайтесь стильными и следите за своим здоровьем. Это важно. Знаменитый бренд «Волга Винтаж». Привет, здравствуй. Привет, ну, привет. Ну, что, Таре, все хорошо. Как у тебя? Отлично, тоже. Лабвакар. 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 Ну что, мы в предвкушении твоего показа. Я знаю, что модели уже готовы. Отлично. Рига Fashion Week происходит, и это самый приятный момент. Проводим эту неделю моды с достоинством. Будьте смелее, будьте с собой и показывайте то, что у вас внутри, и все у вас получится. Ну, я даже в предвкушении, я знаю, что «Волга Винтаж» все-таки это винтаж. Значит, абсолютно. Будет интересное возвращение прошлого. У нас только начало нулевых, чуть-чуть из 90-х мы еще забираем с собой, но это уже не особо модно. Ну и все, что остальное мы смогли переделать с собственными руками из винтажной одежды. В общем-то, в такую новинку, так что следи, будет прикольно. Ну, а теперь твои модные напутствия для Эстонии и Латвии. Дорогая Эстония, любимый мой Таллин, приезжай к нам или мы приедем к вам. Модная и музыкальная индустрия связаны между собой и идут параллельно. Что происходит в латвийской музыкальной индустрии? Узнаем прямо сейчас и услышим потрясающий музыкальный хит. Ты для меня идеально, как чистый лист. Все мои сны, мои тайны с тобой сбылись. Рига Fashion Week 2020, и чем больше модных тенденций, тем лучше. На самом деле, главное, чтобы быть модным сумасшедшим. Для этого подписываемся на Instagram и канал в YouTube. Еще больше модных тенденций вы найдете в Lifestyle Baltic в новом номере. До встречи, как всегда, на канале 3+, в Эстонии и в Латвии, в программе «Стиль жизни». Муа! Пока! Завтра все